половине третьего дня на проспекте Чулман в районе остановки «Дворец спорта» образовалась длинная пробка. Всему виной авария, которая произошла, по словам участников ДТП, из-за водителя 43-го маршрута. Мы все остановились перед лежачим, перед искусственной неровностью, притормозили. И сзади в нас ехал автобус. И он, по всей видимости, пытался проскочить между автомобилями. Поэтому задел и мой автомобиль, и Audi, и Toyota, и между нами проехал. Мы ехали в этих полосах, получается, и он залетел между нами. И мы, получается, отлетели один в одну сторону, другой в другую, и вот он нам уничтожил бочины, и все, и улетел он туда уже. Теперь машинам требуется дорогостоящий ремонт. Infiniti, по словам владельца, и вовсе теперь не на ходу. Серьезные повреждения получила и маршрутка. После столкновения с иномарками она влетела в забор разделительной полосы. Водитель общественного транспорта разговаривать с журналистами не стал. Ваша машина сильно пострадала, нет? Да ничего не пострадало, уйдите отсюда, у нас трагедия. Уйдите отсюда. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД. К счастью, пострадавших нет. Сейчас выясняются обстоятельства аварии и определяется причиненный ущерб. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзин, новости Чулны ТВ.